Добрый день, уважаемые коллеги. Я всех приветствую. У нас, как всегда, веселый понедельник. Попрошу поставить мой первый слайд. И мы начнем с вами. Сегодня будут потрясающие новости. Сегодня будут суперские промоушены. Но очень часто я начну вот с чего. Знаете, часто задают вопрос, вот как вы, где вы берете силы? Как вы додумываетесь до таких разных интересных вещей? По концепции, по каникулам, там, ну и так далее. Я сейчас прочитаю один отзыв, который просто отражает наше внутреннее состояние. Вот ради таких отзывов, ради таких людей мы и работаем. Потому что, поверьте, вот весь совет директоров настолько искренне предан делу, настолько искренне предан людям. Так вот, мы искренне преданы не только делу, мы искренне преданы не только тому делу, которым мы занимаемся 24 часа в сутки, в ущерб, наверное, может быть, личной жизни, нашим детям и так далее, но по-другому мы понимаем, что нельзя. Но мы искренне преданы людям нашей команды, людям, ради которых мы это делаем. Вот прочитаю отзыв Ирины Антоненко, он очень сильно меня затронул, потому что с этой девушкой мы знакомы чуть больше года, и она, по-моему, была с нами на каникулах в Сингапуре и была в Доминикане сейчас. Так вот, друзья, сегодня ровно 2 года, как я заключила контракт с компанией G-Network, это пишет Ирина Антоненко. $3400, компания, которая принес мне сегодня доход $55 300 по маркетингу и 1 148 000 в акциях. Отлично. Это не просто отлично, это фантастика, если учесть, что свой бизнес я начинал с нуля. 2 года с G-Network сделали мою жизнь совсем другой. Сделали, вылепили, собрали. Я с вами каждый день, каждый раз новое, каждый раз непредсказуемое. Я за эти 2 года стала больше радоваться жизни, стало легче, у меня полностью изменилось мышление. И все это как-то легко произошло, незаметно. То, о чем я мечтала, что записывала в своей тетради желания, все это осуществилось. У меня есть друзья, строю международный бизнес. Моя семья. Мне здесь интересно творить. Всех вас люблю и благодарю за общий мощный подъем к самой достойной жизни свободного человека на этой земле. Вместе мы силы, мы авангард. Спасибо большое, Ирина, за такой отзыв. Ради таких отзывов мы искренне работаем. Мы хотим, чтобы все эти люди, которые с нами работают, у них, несмотря ни на какие кризисы, не читайте никакие пессимистические статьи, не смотрите по сторонам. Двигайтесь вперед. Я понимаю, что вы все умеете читать, я знаю, что вы умеете читать, как минимум умеете по-русски читать. Но мне очень хотелось это произнести вслух, потому что для меня и для команды Совета директоров это является определяющим, чтобы росло благосостояние людей, с кем мы работаем, чтобы у людей, с кем мы работаем, были внутренние перспективы, чтобы они видели, ощущали, что мы движемся в правильном направлении. Будьте добры, следующий слайд. Так вот, начав с этого, я хочу продолжить. Это очень важно. Вы знаете, в нашей концепции мы всегда говорим вам абсолютно искренне и честно. Мы говорим, что если вы хотите попасть в число 1% людей, которые получают преимущество от усилий 99, вы должны сделать там первое, второе, третье. Я не буду повторять. Потому что так мир, к сожалению, устроен, не мы его устроили таким образом, но именно финансовые инструменты работают таким образом. Вот люди, которые пришли в G-Network, которые купили паки премиум, про и так далее, у них они уже вошли в число этих 1%, потому что все остальные работают на них. Потому что они получают дивиденды от деятельности компании, всей компании. Вот этих людей, допустим, 1000, да, а 100 тысяч на них работают. И это очень важно. Важно даже не столько с точки зрения количественных вещей. Это важно с точки зрения философии, с точки зрения, извините, даже социального статуса, потому что меняется кардинально социальный статус. Вы встаете на подножку этого лифта, который проносит вас сквозь эти этажи. И я хочу, чтобы вы все это понимали, потому что когда задают вопрос, вот как мне жить так, чтобы, в общем-то, я зарабатывал от деятельности других, или что мне для этого нужно сделать, или как мне перейти в другую категорию в этой жизни, то все очень-очень просто. Вы делаете этот первый шаг, вы попадаете в 1%. Дальше весь наш алгоритм, все наши движения, мы же честно с вами говорим об этом, они расписаны. Куда мы двигаемся?
какие финансовые перспективы, что вы при этом зарабатываете. И очень важно, чтобы вы то, что мы говорим, воспринимали серьезно. Потому что, поверьте, это не мотивация. Это не тренинг о том, как стать бесконечно богатым. Это конкретные шаги. Конкретные шаги. Они не описаны ни в одной книге. Они делаются здесь и сейчас. И вы делаете это своими руками. Будьте добры, следующий слайд. Своими руками вы делаете. Потому что мы имеем очень-очень классную лидерскую команду. Потому что эти лидеры уже прошли определенную часть своего пути. И заряженная команда берет на себя очень интересное обязательство провести совместное турне с компанией. Вы увидите на слайде тех лидеров, которые проведут турне вплоть до 20 декабря. Представляете, вот до 20 декабря они будут двигаться, они будут в движении. А это, знаете, такое есть понятие, они все время будут в состоянии часа пик. Они очень правильно владеют своей профессией. Они владеют правильно этой профессией, потому что понимают, что сейчас, допустим, есть инструменты, связанные с развитием компании, с работой через интернет. Но сейчас есть такой момент, когда необходимо встречаться с людьми на земле. На земле, потому что есть возможность рассказать, донести информацию, глядя глаза в глаза. И ваша задача, она очень простая. Она простая, вот как автомат Калашникова. Нужно собрать людей. И за вас сделают работу. И тогда вы попадете в 1%. И тогда вы правильно овладеете своей профессией. И я думаю, что вот расписание лидерского турне, все то, что вы увидите, оно будет размещено в наших социальных медиа, вы увидите это на сайте. Но мне бы хотелось к вам обратиться с просьбой, с пожеланием, чтобы вы использовали это по максимуму. Чтобы вы использовали энергию людей и увидели воочию тех людей, не просто которые там уже участвуют в Доминикане, они были в Сингапуре, но они умеют, они знают, как попасть в 1% преуспевающих людей. Они сами уже там находятся, они вам расскажут из первых уст, как это сделать. Я вам всем желаю удачи, хочу, чтобы вы на 100% воспользовались этой возможностью, потому что есть уникальная и возможность, и желание передать свое мастерство, правильное владение профессией из рук в руки. И не пропустите, пожалуйста, этот момент. Сделайте так, чтобы вы и ваши люди выиграли от этого турне на 100%. Спасибо вам большое за внимание. Ожидайте очень и очень классных новостей.